Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы выехали на рыбалку, но видео я не планировала сегодня снимать. У нас мы продолжаем обучаться такому виду ловли рыбы, как троллинг. Вот. Но сегодня была прям удачная рыбалка. Правда, ветер был вообще наисильнейший, холодно на речке было прям. Ну, прохладно, вернее. Мы вот кофточки, видите, вот приоделись тепленько. Вот, поймали мы сегодня на троллинг или троллингом, не знаю, как правильно, но если что, напишите мне в комментариях, уважаемые рыбаки-любители, как правильно это называется. Вот, ну поймали мы судака, муж у меня поймал первого судака, я поймала жереха хорошего, вот, и потом еще раз мы выехали, муж поймал хорошую большую щуку, килограмм на 5, наверное, не знаю, вот, но уже все заложено в машину, то есть жереха с судаком нам пришлось распотрошить и посолить. Мы с собой возим соль, потому что целый день на воде, вот, а солнышко припекает. И как-то, ну, не взяли мы ничего такого, что можно было где-то ее хранить. И на берегу не оставишь, потому что мы-то выплываем на речку. Вот, поэтому сейчас супруг у меня, вот покажу, вон там, вон, видите, вон там уже все пакует машину, лодку и все дела, значит. Вот, поэтому как приедем домой, я вам покажу эту рыбу. И вообще у меня еще есть там ролик, и я, в общем-то, вставлю в это видео. Так что смотрите, ощущения обалденные, эмоции переполняют, классно, классно, классно. Так что спасибо нашей, ну это так я неудачно выбрала ракурс здесь. Камыши такие, ну красивые там, щурята за ней бегают. Карандашей, кстати, очень много, очень много. Вот людей сегодня тоже было много, но уже все разъехались. Вот на том берегу остался только кораблик. Вот там люди рыбачат тоже, вообще замечательно. Вот, так что вот такие дела. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Чё поймала? Ага. Как? Чё поймала? Да чё поймала, смотри! Чё поймала? Да, смотри, жерех он этот. Она чё поймала, покажи. Какая рыбка? Вот она. Рыбка, смотри, отцепилась и здесь, и там, пипец. В подсаке он отцепился. Хорошо мы взяли пацан. Да, я поймал судачка, сейчас покажу. Вот такой судачок есть у нас. Смотри, все переплел. Ага. Все, рыбачим дальше? Во. Ну, вот, отлично. Я не знаю, как вокер. Итак, сегодня папа у нас герой дня. Он поймал. Вот что! Щука! Поверните передом. Ай-яй-яй, ударила меня. Вот это да. Хороша чертовка, хороша. Ой. Скажите, пожалуйста, несколько слов. Ваши ощущения. Вот, крючок согнула. Крючок согнула, да. Оторвалась прям в этом, в подсаке. Пахнула катушку. Ну тот пакет, который мы взяли, явно будет маловато. Ставим прям в подсаки. Все, приступаем к распутыванию. Посмотри на меня. Ты лучший, я тебя люблю.